Да. Командир? Старший лейтенант Демри из группы экстренного реагирования. Говори. Командир? Из района поступила информация с пометкой «Срочно». Недалеко от ирако-иранской границы похитили 7 подростков из детского дома. Большинство детей в приюте... Турки-кашгарцы, командир. Куда их повезли? Есть еще какая-то информация? Наши источники утверждают, что они пересекли границу Ирака. Мы пытаемся найти их. Понятно. Сообщи полковнику Топраку. И вызови команду Агузов в штаб. Как прикажете, командир. Забери меня через 10 минут. Поедем в штаб. Командир, беги. Командир, команда здесь? Командир, все здесь, кроме Тимура и унтер-офицера Бурана. Почему? Они не получили приказ? Получили, они прибудут в течение 2 минут. Будьте готовы и все ждите меня. Как прикажете, командир? Команда Агузов в боевой готовности. Хорошо, капитан Каранлык. Как поживаешь? Хорошо, командир. Ну, хорошо. С вашего позволения, командир. Капитан, пойдем, поговорим снаружи. Капитан, на операцию отправится другая команда. Почему, командир? Скажем так, изменились условия. Генерал думает так же. Другая команда уже готова. Командир! Твоя команда утомлена, Каранлык. Так даже лучше. А ты свободен до понедельника, капитан. Командир! Я должна вернуться в центр управления, капитан. Мне повторить приказ? В чем дело? Я не могу допросить террориста, которого задержал и привез. Затем вызов от команды быстрого реагирования. И в последний момент мою команду отстраняют. Что происходит, командир? Капитан, вы свободны до понедельника. Хорошего отдыха. Как там ситуация снаружи? Слишком напряженная. Он не зашел далеко, но неизвестно, что может сделать. Может взорваться в любой момент. Он бы взорвался, если бы мы отправили его на эту операцию. Так что это и к лучшему. Новая информация. Все поменяло. Бехрам Сабу, убийца его брата.